В селе Куры Каракьянского района началась прокладка дорог внутри населенного пункта. В этом году в рамках первого этапа будет положено 3,5 километра асфальтного полотна на 4 улицах. В следующем году еще на 5 улицах проложат 3,5 километров асфальта. Сейчас уже идет прокладка земельно-гравийного и щебечного оснований, а также утрамбовка слоев. Работы продолжатся до конца июля. Сначала выравнивается дорожное покрытие, затем идет засыпка ПГС, утрамбовка и выравнивание грейдером. После идет слой щебня, также выравнивается и трамбование. Основание должно быть прочным и схваченным. Используем многотонные катки. В следующем году перейдем на другие улицы. Спасибо, что начали прокладку. Теперь, надеюсь, не будем сталкиваться с дорожными проблемами, как раньше. Спасибо за то, что занялись нашими дорогами.